Смотри видосы и ставь лайкосы. С возвращением к нашей чудесной игре, друзья мои, добро пожаловать. В прошлой серии за нами какая-то дрянь поперлась, и мы решили от нее сбежать как можно скорее. И знаете, меня это начинает немножечко напрягать. Нас постоянно здесь кто-то преследует. Постоянно нам не дают жить. Я же только хотела поздороваться. Да, та самая. Сказать, что вы лайк не забыли поставить, чтобы Грис нашу поддержать. А тут вот это... гадина вылезла. Так, давай быстрее, быстрее. Не дает она нам жить. То птицей оборачивается, то муреной. Ух, ребята, быстрее. Там она еще каких-то змей начинает выпускать. Давай быстрее, 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 деточка моя. Ох, ставь лайк, если тоже испугался. В самом начале, ребята, минуты ролика, по-моему, еще не прошло, а уже нас пугают. Так, давай, 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 давай. Хорошая моя, смотри, светлеет. Она наверняка испугается этого всего света. О, Грис, пожалуйста, 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 пожалуйста. Быстрее. Черепашка. Так, подожди, черепашка, ты хоть этой муреной не прикидываешься? Мы, кстати, не можем вылезти из этой черепашки. То есть я вот двигаюсь вправо-влево. Мы не можем ни быстрее, ни вылезти из нее. А у меня такой нешуточный вопрос. А где, собственно, желтый мир? Нам пообещали, что у нас сейчас тут начнется желтый мир, а я чего-то этого желтого мира вообще не вижу. По крайней мере, что меня радует, здесь светло. Ладно, давай-ка двигаться. Наверх нам нельзя, правильно? Не. Наверх нас не пускают. Вниз я не пойду, там Мурена. Там она нас будет дальше доставать. Почапали сюда. Плывем, плывем. Мне казалось, что мы только что и так как бы плыли. Все. Нет, не все. Я только хотела сказать, что мы наконец-то ходить начнем. Да нет, ходим. Это уже было интересно. Боже, мы так давно с вами не топали. Топ, а там вот эта штуковина, это не наша светяшка? Не? Топнуть тут не надо? Нет. Хорошо, тут немножечко перевернутый замок. Мы будем называть это замком. Так, поехали. Опять лед. Опять сейчас будем обращаться в ледяную глыбу. Такс. Оу. Здесь ничего не падает, ничего ни во что не превращается. Смотрите, видите вот это окошко внизу? Раньше мы в этих окошках собирали наши светяшки, но тут, видимо, уже не до светяшек. А ты не светяшка? Нет, ты не светяшка. Ну, идем. Надо мне тут так резко загораться, пожалуйста. Подождите, а оно что... то потухнет, то погаснет, как говорится. Как только мы подбираемся к этой штуке, она загорается. Но как на нее залезть? Вот в чем вопрос. Давай смотреть. Тут мы подняться не можем. Слушай, а может мы вот тут можем запрыгнуть? Да. Теперь, наверное, отсюда мы сможем запрыгнуть на вот этот кубик, нет? Давайте проверим. Разгоняемся и кавабунгаем. Да. Блин, я себе такой светильник в виде такого кубика поставила. Идем сюда. Прыгаем в воду. А, нет, это не вода. Слушайте, такое ощущение, что мы... А ну-ка. Она когда бежала, у меня складывалось впечатление, что она как по желейке бежит. Но нет, это не желейка. Так-с. Чудненько. Так, Грис, подождите, запрыгнуть вообще-то надо было. Есть. Опять водичка. Ага. И что нам это дает? Ровным счетом ничего. Может, где-то тут еще наши красные бабочки плавают? Потому что нам не подняться без них.
Нет, ребятки. Тут красных бабочек... Ага, вон у нас есть там проход. Нет, нам туда тоже нельзя. Слушайте, а что нам делать? А зато мы можем как-то с вами неплохо вылетать. Ну, давайте проверим. Нет-нет-нет, не туда. А, добрались, фух. Я уже хотела сказать, что мы не можем добраться. Оп. Чудесно. А, давайте упадем на кубик. Или нам вот сюда нужно. Непонятно. Непонятно пока что, ребят. Ага, туда нам вообще не надо было. Ладно, ну, всегда же нужно проверить, правильно? Давай сюда. Разгоняемся. И прыгаем. Оп, готово. Поплыли дальше. Так-с. Хорошо. Однако мы с вами куда-то приплыли. Сюда мне нельзя, как видите, тут все закрыто. Блин, но тут есть вон... Вон там есть какой-то проход. И меня начинает мучить. Подождите, и сюда нельзя? Значит, нам здесь нужно подняться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно, пожалуйста, плывем. Хорошо. То есть не очень хорошо. Съезжаем, съезжаем, съезжаем в темноту. Кубик. Я, конечно, все понимаю, но может ты засветишься, не? Спасибо. Спасибо, что начал мне... Блин, ребят, вообще нифига не видно. А че он не светится-то? Уважаемый, я же вообще ничего не вижу. А, отпрыгнуть надо было. Так бы и сказали. Угу, значит, нам нужно вот сюда. Топ. Отлично. Отлично, ребята, с каждым разом, куда мы с вами не попадаем, место становится все более стрёмное и стрёмное. Так-с. Сплываем. И движемся сюда. Воу. Ничего себе. Предлагаю начать с левой части. Здесь нам, собственно, делать вообще нечего в этой левой части. Разве что мы можем сюда подняться. Мы можем подняться вот туточки, скорее всего. Да, тихо-тихо, подожди, я тебе еще не говорила подниматься. Сюда мне не нужно. А сюда? Нет, туда мы тоже пройти не можем. Я думала, что у нас получится как в прошлой или какой... Да, в прошлой, по-моему, серии мы с вами поднимались, помните? Внутри вот этой... вот этих куполочков, будем так их называть. Полетели. Так, родная, не надо... Мы в какой-то куб влетели. Чудес, я же говорю, что на желейки похоже. Угу. Водные... водные кубы. Не надо, не надо, не надо. Так, плаваем аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Надо осматриваться, нигде ли тут ничего полезно. Тихо, 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 аккуратно. И с вами попадаем в этот поток. Так-с. Плывем, 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 плывем. Где желтый мир, собственно, ребята? Вы мне объясните, потому что мне кажется, мы с вами продолжаем в нашем голубом мире путешествовать. Да, тут есть оттенки желтого, но это как бы всего лишь оттенки. Я хочу сюда сначала сходить. Нет. Нет. Ага, туда мне вообще нельзя. Хорошо, путь нам туда заказан. По-моему, мы с вами начинаем поднимать... Да, вон, кстати, наверх можно, но пока наверх я не пойду. У нас начинает появляться солнышко. То есть такое ощущение, что мы с самого дна. А, мне туда тоже нельзя. С самого дна мы с вами поднимаемся. И куда-то пытаемся выбраться. Мы вернулись? Да ладно, ребят, мы вернулись туда. Помните, где мы с вами в самом начале начинали, я вам говорила? Потом мы переместились сюда, в голубом мире. Угу. Вон у нас, видите, кусочек прорисовался.
Пока что непонятно. Вон, смотрите, вон там светится что-то. Так, туда нужно срочно сходить. Давайте попробуем. Что это такое? Тебя нельзя разбить? Нет. А, ладно, ребят, мы с вами любопытны. Пойдем вниз сначала. Блин, я привыкла, что мы можем с вами быстро перемещаться. Мы что-то с вами были, да? Тут, скорее всего, нам будет мешать этот росток. Да, все. Я себя успокоила тем, что нам сюда не нужно. То есть мы с вами ничего не упускаем. Поэтому нам нужно с вами ровненько наверх. Вот у нас тут какие-то, видите, мы не все успели собрать при нашем прохождении. Не все элементы, не все воспоминания. Поэтому, видимо, не все заполнено. Тут мы с вами бегали. Здесь подняться мы все равно не можем, правильно? Оу. Ребят, а тут уже все по-другому. А? Стоп, а что у нас здесь? Ничего. Ладно, идем дальше. У нас появляются какие-то пальмовые листочки. Вообще у меня ассоциация с какой-то Индией, с чем-то вот таким вот. Тут, кстати, вообще ничего не заполнено. Вроде бы в большом количестве ничего не пропускали, но кто знает. Так, и куда нам нужно? Ребята, это точно снич? Я вам говорю, это снич. Нашли снич Гарри Поттера. Хорошо. Мы, наверное, поднимаемся к вот этим светящимся звездочкам. Так. Стоп, тут же есть бабочки, нет? Куда ты меня ведешь? Подожди. Ага, мы их должны были освободить, пардон. Тыц. Можно направо, можно налево. Давайте пойдем направо. А, тут у нас они вообще не заперты, просто летают. Так, допустим. А, мы с вами опять попадаем. Подождите, я думала, мы с вами сейчас попадем к нашим звездочкам. Но, видимо, нет. Сюда нельзя. Значит, можно сюда. Ваш капитан Очевидность. Я вам говорила про ассоциацию в прошлый раз, что у нас как бы закат был. Сейчас у нас такая вот темная ночь. Привет. Ты что такое? К тебе падать? О. Смотрите, что-то гаснет, что-то появляется. Хорошо. Давайте пойдем сначала налево. Посмотрим, что с левой стороны, потом пойдем направо. Ну, понятное дело, что мы с вами уперлись в тупик. Ладно, идем направо. То есть здесь мы можем с вами вернуться назад. Так. Пока, бабочки. Пока всем. Подождите, а в чем логика? Тут же вроде нигде трещин не было. Смотрите. Но я никак туда попасть не смогу сейчас. Я просто элементарно не допры... А нам, может быть, нужно сюда долететь? То есть чисто в теории мы с вами подпрыгиваем и летим сюда нашим классическим способом. Давайте проверим. Нет, не хватит расстояния. А, нет, хватит. Тихо. Почему мы с вами упали? Там же как раз идеально мы долетали до той части.
Слушайте, давайте еще раз попробуем. Чисто в теории это правильно. Мы увидели, что нас интересует вот этот подъем. Вот эти светяшки меня немножко напрягают. Они же зачем-то тут светятся? А-а, смотрите, она там падает. Хорошо, давайте попробуем вернуться назад. Давайте попробуем вернуться. Поднимаемся. Тут, может, нам что-то нужно. Мне кажется, что нам с вот этими штуками у нас есть какое-то взаимодействие. Нет, петь мы пока не можем. Побежали назад, посмотрим, что мы там могли оставить. Если мы там что-то оставили, то мы сейчас это заберем. Нет. Нет. И музыка пропала. А вниз мы уже можем... Все, ребят, мы с вами попались. Здесь наше законное место. Давайте думать вместе. У нас есть там место какое-то странное, которое начинает светиться, но туда мы с вами попасть не можем. Вот даже если мы разгоняемся, вот так вот летим. Ну, пожалуйста, Грис! Издеваешься надо мной, да? Хорошо, пойдем в ту сторону, пробежимся. Если, конечно, сейчас ничего не найдем, то я уже сама здесь побегаю. Я думала, что может их как-то разбить нужно. Туда нам нельзя. Туда нам тоже нельзя. Ну хорошо, ребят, давайте будем думать. Хорошо, а если я... Ага, независимо ни от чего я так лечу. А если так? Не-а. Видите, ребятки, ничего не работает. Слушайте, так на желтые я тоже просто запрыгнула, и они нас переместили, но они мало того, что нас переместили, так они еще и зажигаются, как видите, то есть они нам дарят свет. Смотрите, как интересно. То есть они нам дают время просто пробежаться до следующих желтеньких. Вот оно что. Блин, как интересно. Так, давай наверх. В общем, сейчас я вам сразу же и покажу, как это действует. Мы с вами получаем свет, и мы бежим. Бежим сюда. Бежим сюда, и как только у нас все здесь гаснет, мы, как вы видите, потом должны быстро переместиться. Не падай. Ух, друзья мои, блин, а вон там красненькие. И зачем нам там красненькие? Я ж туда уже не успею попасть. Как-то все начинает меркнуть, вам не кажется? Ну, знаете, если нас обязуют, мы вернемся к тем красненьким. Но пока что мне кажется, что нам туда не нужно. Сейчас я только туда схожу, посмотрю, что здесь интересного. Ничего. Скорее всего, там были какие-то наши, может, еще воспоминания. Ой. Хорошо. Оу, мы с вами в такой вот пузырь попали. Допустим. И что нам в этом пузыре делать? Нет, это даже не пузырь. Там плавают рыбки. Ага, вот мы с вами поймали. Так, птички. Как вы думаете, нам направо или налево лучше? Ага, нам вон туда наверх нужно. Все ясно, спасибо. Спасибо, мы поняли. Оп, поток нам нужно. Я думала, нам, может, перепрыгнуть придется. Так-с. У меня складывается такое, знаете, чувство дежавю, что мы здесь уже с вами были. Да, мне не нужно. Вон наш маленький снич. И вон маленький снич. Оп. Так-с. Туда проход, сюда проход. Пойди пойми, куда тебе нужно. Тут же у нас... Тут у нас не вода. Куда мы с вами упали? Нам сюда точно не надо было? Нет.
Ну, мы с вами как упали, так и поднимемся. В принципе, проблем никаких нет. Подождите, а вот еще один подъем, по-моему. Но мы туда подняться сейчас не сможем. К сожалению. Я думала, этот поток наш нас сможет поднять. Так, хорошо. Ага, нам нужно вон туда. Тихо, тихо, тихо. Не спеши, дорогая. Стоять. Я так, на всякий случай проверяю, ничего ли нам тут разбить не нужно. Хорошо. Оп. Поточище. Так-с, поехали сюда. Тихо, тихо, Крис. Давай, 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 моя хорошая. Да, там, где более серые колонны. Более серые колонны, я знаю, я умею объяснять. Туда нам проход закрыт. Вот сюда, справа, нам проход закрыт. А вот слева... Не закрыт, но нам сюда вроде как и не надо. Нет, надо. Угу. Видите, сюда мы пройти уже не можем. Грустная какая-то, еще грустнее музыка стала. Угу. Знаете, такой путеводный лучик. Может, нам два снича надо взять? Мистер Снич, чего вы там зависли? Не хотите пойти со мной? Нет, не хочет. Давайте еще раз поднимемся. Нас не зря тут наши красные бабочки. Хотя, скорее всего, они не здесь. Может, на них упасть должны? Мы к ним сейчас никак не поднимемся. Хочешь, не хочешь, но нет. Вот здесь бабочки. Поднимаемся сюда. Вопрос теперь в том, зачем нам сюда? Там был проход, я помню. Вот второй снич. Но он со мной подниматься захочет. Вот оно что. Так, давайте прыгать. Оп. Мастера паркура в действии. Готово. Хорошо. И в чем суть? Зря мы с вами так упали. Нам, видимо, придется все это повторять сначала. Ну, побежали. Хорошо, давайте. Значит, мы когда с вами падаем... То получается... Точнее, когда мы с вами топаем, этот снич от нас отваливает. И вот мне кажется, что мы должны с вами упасть на эти красные штуковины. На красных бабочек. И тогда все будет хорошо. Оп. Есть. Давай, давай. Ты что, издеваешься? Оп. Готово. Так-с, у нас снова на поиске двух светяшек, да? Нас отправляет, поэтому мы можем идти как в левую часть, так и в правую. Чудесно. Ну, допустим, мы поплывем сюда. Только давайте теперь без приключений Мурены. Туда нас с вами не пускают. Сюда нас тоже не пускают. Хорошо. Мы сейчас с вами сначала вообще разведку тут устроим. Что здесь? Ничего понятного. Давайте тогда не будем падать, а пойдем налево. Вот сюда побежим. Так. Вообще, знаете, у меня есть ассоциация, что мы на каком-то чайном сервизе бегаем. Не знаю, почему. Это у нас как будто бы ложечки какие-то. Так, ничего пока разбивать не надо.
А тут могут... Вот тут могут быть... Ага, нам сюда падать. Бабочки, вижу бабочек. Так. Здесь ноль полезного. А сюда вообще даже нельзя идти. Тут очень интересная стилистика игры. А вон, кстати, подождите, так вон пульсирующая точечка, которая нас интересует. Поднимаемся. Мне вообще-то туда нужно. Уважаемые. Хорошо. Идем сюда, раз ты сюда хочешь. Мне складывается впечатление у меня, что она убегает вообще в другое место. Закрыто. Угу, падаем. Бежали сюда. Тихо, 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 деточка моя, не падай. Там, получается, не платформа? Вроде же на платформу похоже, нет? Нет, ребята, это не платформа. Куда же нам нужно-то? Ам. Тьфу ты. Она не могла несколько раз запрыгнуть. Допустим. Ребята, я вас удивлюсь, если скажу, что мы вверх ногами своим бегаем. О-о. Я не очень дружу с такой инверсией. А топать мы даже в таком виде можем. Хорошо. Летим вниз. Вон еще бабочки. Мы туда запрыгнуть вообще не можем. Хотя нет, если мы возьмем неплохой разгончик, то могли бы туда и попасть, конечно. Блин, сложно, я вам хочу сказать, ребят. Ага, вот оно что. Здесь надо очень аккуратно падать. Сказала Даша и упала крайне неаккуратно. Блин, да ладно, мы что, упали совсем не в тот, не туда, куда с самого начала надо падать. Блин, вот это сейчас у нас будет с вами, ребят, попадос. Ха. Мы тут зря упали. Допустим. Мы можем сейчас подпрыгнуть, перенестись туда и потом опять упасть. Вот, видите, вот так сделать. Нет, нет. Нам надо было туда переместиться. Оп. Мы с вами на месте. Так, уважаемая Грис, вы меня хотите довести до ручки, по-моему. Мы здесь с вами, по-моему, были, нет? Да ладно. Мы что, обратно вернулись? Но мы же так и не получили светяшку. Нет, мы тут не были. Я запуталась, ребят, честно. Ага, получили. Ха! Мы с вами все сделали. Одну светяшечку мы с вами получили. Тихо, не надо падать. У нас тут все очень хитро, ребят. Серьезно, тут все очень и очень хитро. Честно вам сказать, я бы не повторила это прохождение. Просто тут кажется, что просто, а на самом деле нифига оно не просто. Нет, нет, Грис, ну нет же, какого фига ты упала, ну блин. Знаете, вот без записи оно так у меня красиво получилось. Все, я упала куда надо. Нет, сейчас ей надо было выпендриться и упасть не так, как нужно. В общем, нам сейчас нужно аккуратненько это сюда. Сюда. А потом нам нужно... Блин, да ладно. Ну, наконец-то. Наконец-то мы здесь грохнулись, и это не может меня не радовать. Так, светильник, засветись. Покажи-ка мне путь, пожалуйста, обратно. Так, подождите, а путь обратно, это, собственно, не туда нам показывает наш светитель...
Светильник, подождите, он нам показывает наверх. А нафига мне наверх? Вы тут с вами уже были. Вы хотите, чтобы я обратно пошла? Нет, ну можем вернуться и так. В принципе, я не жалуюсь. Хотя... мне кажется, что нам не сюда. Мы здесь с вами застревать везде будем. Сюда нельзя? Аккуратненько. Не, нам сюда нельзя. Давайте на наш светильник упадем. А ну-ка, стоп. Сюда можно? Да, сюда не просто можно, а нужно. Но понимаете, в чем проблема? Мы-то сюда падаем, а что дальше? Мы туда пройти не можем. Хм. Нам бы перевернуться как-то. Так, допустим. Ага, вот мы с вами получили эти наши штуковины. В смысле, красные бабочки. Опа, переместились. А, вот оно, смотрите, как у нас получается. Теоретически теперь мы можем... вот тут про... давай же, деточка, давай. Вот из-за того, что у нас все это временно... получается, у нас остается какое-то определенное время. У нас из-за этого появляются какие-то проблемы. Так, мы с вами вернулись к нашему кубику? Да. Мы, походу, вернулись, куда нам нужно. Я предлагаю пойти вот в эту часть. И увидеть, что нам с вами осталась всего лишь одна светяшка, правильно? Ну, обрадуйте меня. Да, ребят, у нас с вами... а ну-ка. Да. У нас с вами есть одна светяшка, и у нас теперь осталась вторая светяшка... которая находится где-то здесь. Где-то здесь, я так понимаю, что тут у нас будут еще более сложные приключения. Потому что, судя по тому, что было... а ну-ка. Справа. Точнее, слева. Справа будет еще хуже. Мы же сами знаем эту игру. Здесь нет ничего интересного. А, это павлины, а я думала, это какие-то киты маленькие. Ничего страшного, может киты, может павлины. Павлини, киты... здесь нельзя подняться. Нет, нельзя. Двигаемся сюда. Тут слишком тихо и слишком красиво. Меня это немножко пугает. Какая красотища. Только не говорите, что здесь тупик. Да ладно, тут тупик. Может, нам вниз нужно? Туда нельзя. Так-с. Хм. Интересно, ребят. Так, а вот у нас тут подъемчик есть. И у нас там есть проход. Я думаю, что, друзья мои, мы с вами продолжим наше приключение уже в следующей серии. Такая вот будет интрига. Что мы с вами будем делать дальше, я уже вам покажу в следующей серии. Я думаю, что сейчас я для вас запишу next наше видео, следующее видео прямо сейчас. Поэтому, если вы будете писать какие-то подсказки, то, скорее всего, я уже, наверное, игру пройду до конца. Потому что если это следующая серия у нас будет не последняя, а там еще какой-нибудь, там, не знаю, еще останется пару серий, то я, конечно же, постараюсь... наверное, за сегодня допройти, но мне очень хочется узнать, что будет дальше. Если вы также хотите узнать, что будет дальше в истории нашей Грис, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы с вами увидимся уже в новых сериях очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока!